Сегодня у нас на обзоре MTV. Матч ТВ, а не MTV. Лимонада такого не найдешь, поэтому... Да ты заколебал. Полегче, полегче. Заколебал. Учим Игоря, как правильно рыгать. Самый провальный обзор в истории моего канала. Что я сказал? А, вот. Солнце светит на балконе. Мы снимаем обзор новый. Здравствуйте, Игорь, с канала Зеодант. Очень хотели бы поучаствовать в вашем видео. Вот, мы только выпили по энергетику. Нам Привет. Очень понравилось. Привет, Иван Матау Фалько. Ну, то есть, прошу прощения, меня зовут Сингван. Это Дмитрий. Игорь, пожалуйста, ставь умоляю, нас видео. Возьми нас в свой видос. Как обычно во всех видосах. Друзья, привет, вы на канале Зеодант, его зовут Женя. А его зовут Игорь. Да, все меня знают и так. Ты у нас не постоянный гость, поэтому да, тебя я представил. Так, все, лирическое вступление мы завершили. Как вы могли понять по превьюшке, сегодня обозреваем MTV App. Два вкуса. Приятного вам просмотра, ребят. А мне вот это больше нравится. Не, мне обе нравятся, тут 50 на 50, не могу отдать предпочтение ни одной из них, поэтому остановлюсь, пожалуй, так. Опа, L-карнитин присутствует, который добавка для спортсменов. А в оригинальном, кстати, да, тоже присутствует экстракт семян гуараны. Блин, здесь открывашки не цветные. Я хотел, чтобы они были там под цвет банки, а они обычные, цвета металлического. Ну все, это не годится. Да. О, какой звук прекрасный. Наливай. Пахнет дюшес. Тоже неплохо. Вот сегодня я открыл как надо вообще. А то обычно открываю и резко... Все. Да. А здесь прям щук. Ну, мультифруктовый такой. G-Drive, бам-бам, ягуар какой-то может быть. А это просто сок. Мой любимый. Сок мультифруктовый, правда. Да. Не рекомендуется употребление детьми возле до 18 это лет. Рекомендация. Рекомендация. Сидите дома, ребят. Пейте энергетики. Да. За вас. Будем здоровы. Я его не поставил в холодильник, поэтому вкус он будет иметь. Ой, какой кислый. Mm-mm. Он сладкий. Бывало и хуже, конечно. Ну, мне нравятся такие с кислинкой такой. Не флеш, конечно, там кислота. Но я тоже могу флеш пить. Он я вкусный. Бы не сказал, что это прям кислый. А тут вот это реально вкусный. Такой вкус лимонада такого не найдешь, поэтому... Да ты заколебал. Ну, понятное дело, что будет по цвету как сок. Они газированный все... сок. А так во всех обзорах я делаю и говорю, что газированный сок. Это газированный сок. Мультифруктовый. Прямо просто ничто больше не напоминает. Газированный сачок, мультифрукт. В общем, вывод. У тебя борода растет. Я знаю. Блин, нафига ты побрился тогда? Поэтому этот просто как сок. Можно купить сок спокойно. Этот с кислинкой. Мне он больше нравится. Мне вообще нравятся энергетики с кислинкой, потому что это как чупа-чупс попробовал, а потом жвачку из чупа-чупса поел большого. Вот это реально вкусно, мне нравится. Поэтому этому я ставлю из 5 5. Этому 3. Потому что... Газированный сок это как-то не сочетается. И плюс он теплый. А этот даже теплый, мне нормально зашел. Ну давайте вкратце так. MTV App это канал в Америке такой есть. Не знаю, сейчас он существует или нет, но в детстве наткнулся на передачу такую «Короли танцпола». Посмотрел один сезон и дальше уже не смотрел. Помню, тогда выиграла команда Jabba Wockies. Ребята были одеты в такой урбанистический стиль и с масками на лице. Был такой коллектив. Они выиграли этот сезон, красавчики. Если хотите, посмотрите на ютубе. А касательно энергетиков, ну я бы ни один из них не взял, потому что это заезженный мультифруктовый вкус, этот кислый сладкий, кисло-сладкий, да, кисло-сладкий. Но, не знаю, я бы лучше деньги потратил на что-нибудь другое. Дизайн у них классный, но то, что внутри мне не нравится, я бы не взял еще раз. И вам не советую. А по поводу цены, цена нормальная, в принципе. За баночку 0,45, цена 58 рублей. Меньше 60, в принципе, приемлемо. Хотя за 55 можно купить Rockstar. В экспрессе да, и не заморачиваться даже вообще. Rockstar, Rockstar вкусненький. Лучше, да. Ну, короче, я бы вот этот 100% не взял. Сок. Просто сок.
Сок. Просто сок. Этот, ну, я не знаю, если там надо пописать билеты дома, то можно, в принципе, билеты взять. На что, на экзамен? Да. Можно, в принципе, взять, но лучше за 55 купить Rockstar или Гориллу. Не, я бы даже на сессию не взял такой энергетик. Какие еще дешевые энергетики есть? Cheers! На этом наш обзор подошел к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо, что были с нами на протяжении всего видео. Увидимся в следующих роликах. Пока!